еноты, ляжки, гнюты, ух, заколдую. Вот такой вот колдун. То есть минирующий, да, запомнили? Вот такие есть куклы. Вообще, очень интересная работа конструктора. У нас есть такая должность в театре, конструктор. Очень редко, если ребятам интересно, можно выучиться на конструктора, потому что это вообще специфика очень редкая. Очень мало конструкторов, у нас их просто в Казахстане не хватает. Те, кто делает вот эти габиты, делает вот эти головы, ручки, все это очень сложно, есть системы, есть работают глазки, есть ротиком работают, есть все одновременно. Это мой любимый персонаж, мышка. Из сказки «Теремок». Знаете же все, да, какой сказки? Вот. Клюем, а после на насесте подремлем с вами вместе. Да, можешь за голову взяться, подумать, да, почесать. Почесать голову. Можешь показать, что они все дурачки. Вот так. Она и бегать не умеет, как я. Лучше тогда будет мне.